Всем привет, друзья! С вами Квестоник, и мы играем в Transporter Bus Simulator. Здесь мы будем водить вот такой вот автобус, такой как-то небольшой. Чем-то напоминает, знаете, автобус, когда между селами ездит, вот такой вот. И тут, вот смотрите, сколько багажа наверху. Там даже люди сидят зачем-то. Как будто в салоне нет места. Так, тут, кстати, тоже не на время. Это тоже радует. Здесь мы каких-то тоже таких горной местности ездим. Так, стоять. Так, что у нас тут будет по камерам? Значит, так, вот я сейчас пока не вижу. Здесь вот такая вообще. Никакая, есть вот такая. В принципе, неплохая, но... Это автобус как-то сильно близко. Так, это что у нас, заправка? Так, давайте-ка снова. Что-то прям с первого уровня не задалось. Так, давайте-ка мы еще раз попробуем. Что-то я на куда-то поехал. Ой, главное не перевернуться. Что-то как-то тяжко началась игра. Ну, не знаю почему. Сейчас надо как-то собраться. Уже надо этот. Хотя уровень пройти. Так, это есть. Это есть. Там главное заправку. Я на заправке видел дорогу дальше проехать. Так, ну вот заправку мы сейчас будем проезжать. Дорога, наверное, ага, вот, кстати, на завод, все, я понял, на заправке тут и наше место, этот, парковки. Так, ну что, застрял, что ли? Опять, что ли, не то? Ну, давай как-нибудь. Так, с горем пополам я прошел тот уровень. Блин, вроде такой легкий, мне казалось. Что-то то там не доеду, то там что-то выпадет. Короче, еле прошел его. Так, едем, вроде другой автобус, но так уж интересно. Так, куда на этот раз нам надо ехать? Так, камера это нет. Ну, вот самая такая пока более-менее нормальная. Еще другие, правда, не видел. Может, у других вообще нет. Так, вот здесь надо быть аккуратнее. Так, все, вроде вижу дорогу. Так, то будет другое. Ну, вроде то же самое, только покраска другая. Так, и видим, тут еще дождь пустился. Так, аккуратно. Так, ну да, и все, больше нет камер. Теперь надо только проверить, когда задний ход сдаешь. Наверное, будет, когда поворачивается камера. Сейчас будем проверять возле финиша. Так, пока едем по такой дороге. Так, и что у нас дальше? Природа тут, конечно, такое себе нарисована. Не очень круто, так тут опасно был сейчас поворот. Вовремя притормозил. Угу. Ну где финиш? На карте видно, что где так, все вижу. Вот впереди, прямо возле на заправках у нас. И находит, ну это не заправки, наверное, какие-то остановки, хотя... Похоже на заправки. И вот есть у нас такая камера, которая поворачивается, когда задний ход даешь. Ну, вот такой у нас автобус. Да, вот это явно такой межсельский. Есть межгородской, это у нас межсельский. И приехали. Так, и снова, о, тут хоть радуют автобусы новые. Ну, не новые, чуть-чуть разные. Снова дождь, что такое? Дожди идут. Тихо, не ускоряйся.
Так, вроде сейчас полегче стало проходить уровни, не знаю, что-то первый был сложный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы чемоданы не повыскакивали. Иначе заново придется. Так, тут какая-то извилистая снова дорога началась. Все-таки я потерял там чемодан, хотя вроде ни на что такого не наезжал, чтобы автобус прыгал. Где-то, значит, на какой-то камешек и на какую-то кочку наехал. Ну ладно, попробуем еще раз. Сейчас уже не будем так спешить. Вообще спешить некуда. Так. Ну, уже спокойно себе медленно ехать. Так. Надо будет найти то место, посмотреть, на что же я там все-таки наехал. Так, это вроде не здесь было. А не здесь это было. Или я проехал, что-то я уже забыл, где то место. Так, и... Ага, нет, было дальше. Я вот этот поворот туда помню. Вот этот и вот этот. Такой резкий. Вот здесь, по-моему, я же потерял чемодан. Хотя тут ничего такого нет, на что можно было наехать. Так, снова пошла извилистая дорога. Так, и аккуратно. Где-то... Нет, я думал, там уже финиш будет. Нет. Так, снова поворот стрёмный такой. Так, и вот вижу заправку. Или остановку, не знаю. Так, тут вообще какая-то дорога зажатая среди скал. Ну, не скал, а таких насыпей каких-то, я не знаю. Так, и мы приехали. Ну, это заправка, я не знаю. Это же не остановка. Так, а сейчас куда? А, сюда вроде. Это мы прям... Вот как-то она два в одно. Заправка, остановка. Если можно так сказать. Так, и поехали. Тут так. Сейчас боком как наеду на вот это вот скалы и все. И чемоданчик для свидания. И заново тут начинать. Так. Не люблю такие повороты. Тут какой-то мост, только бы не на него. Хотя, в принципе, мост нормальный. Ладно, проезжаем мимо на всякий случай, я не знаю. Так, тихо. Пока вроде дорога хорошая. Не, ну такое мне не нравится. Вот я так завис, долго ехал на этой камере. Вообще даже автобуса не видно. Сюда аккуратно. Так, где-то уже чувствую финиш. Так, куда я еду вообще? Ага, я вообще с дороги съехал. Так, здесь надо аккуратно. Чем дверь не закрывать? Мы видели, двери открыты были. Так, возвращаюсь на дорогу нормальную. Блин, главное не застрять. Я, походу, скорее всего, застрял. Ё-моё. Опять все заново начинать. Чё, нет, никак не уезжаешь? Ну ладно, придется заново начинать. Поехали заново. Так, вот аккуратно.
Поехали потихоньку. Надо этот уровень все-таки выполнить. Как-то я мало здесь повыполнял. Я больше, наверное, заново начинал, чем спокойно проходил уровни. Так. Надо будет запомнить то место, где я застрял. Тут нормально его проехать. Буду на такой камере ехать, потому что я туда ехал на то ближнее, когда приблизил сильно, и вот он мне явно помешало. Так. Где-то здесь недалеко я вот застрял. Нет, там дальше чуть-чуть. Это я проехал нормально. Так, что дальше? Так, это я вроде тоже проехал. А, и вот, или, да, здесь я застрял, по-моему. По-моему, да. Вот этот поворот я не проезжал. Так, ну вот, вижу, уже финиш. Так, уже приехали. Главное перед финишем не затупить. Вот наш автобус такой. И все, спокойно заезжаем. Ну все, с вами был Квестоник. Ну и всем пока.